приветствую. Сегодня покажем небольшое передвижение, которое можно использовать на разминке, как специальное упражнение для, ну, для всех положений на спине. Вот, а потом небольшую связочку. Ну, перемещение на лопатках на верхней части, на шее практически. Прийти в положение упор на лопатки и перемещаемся. Перемещаться на метров 15-20, как позволяет зал, ну или хотя бы минуты две, тогда будет эффект. И небольшая связочка. Положение вот это, партнер меня берет за ногу, иногда хватает, да? Что я делаю отсюда? Я ножку прижимаю, свожу бедра, этой рукой за талию подтягиваю вот в такое положение и ложусь под него. Эта рука идет на шею и перехожу на удушение. А эта ножка завязывает руку. И здесь удушение. Так или так. Еще раз. Взял. Убрал. Неудобное положение пришел. Перехватываю. И ногами перехватил вот здесь. И растащил. И удушение.